Добрый день. Четверг. Начинается программа «Ваша недвижимость» в эфире радиостанции «Город.ФМ». В студии Алексей Кузнецов. Сегодня по доброй традиции мы приветствуем в нашей студии Александра Дмитриева, генерального директора агентства недвижимости «Диал». Александр, добрый день. Добрый день, Алексей. Здравствуйте, друзья. Месяц мы не виделись. Достаточно много изменилось на строительном рынке. И вообще он динамичный такой, да? Но сначала я хотел бы обсудить такой вот щекотливый вопрос именно с вами, как с директором агентства недвижимости. Потому что застройщики, они как бы так аккуратно этот вопрос обходят. Итак, государство совсем недавно объявило, что на следующий год продолжит льготное кредитование автомобильной отрасли, а оно, ну, честно признаемся, не системообразующее в нашей стране, не очень у нас с автомобилями получается, приходится их все время датировать. С другой стороны, государство опять-таки объявило, что, скорее всего, программа льготной ипотеки на следующий год будет убрана, да? И вот здесь возникает такой вопрос. Странно будет, если государство не продолжит поддерживать и не найдет какие-нибудь лазейки для этой строительной отрасли, и получается, что это может быть специально искусственно созданная ситуация для того, чтобы подстегнуть спрос на квартиры. Ведь вот по московским данным, у нас их пока нет, по московским данным спрос увеличился на 16%. Вот как раз-таки с объявления того, что ипотеки не будет льготной. И это напоминает ситуацию марта этого года, когда тоже заканчивалась программа там льготной ипотеки, и все побежали скупать. Вот ваше мнение. Да, поделюсь с удовольствием. Как реальный практик, который находится внутри рынка. Я вот сегодня как раз разговаривал с Михаилом Харьковым, с аналитиком УПН. Мы с Мишей обменялись мнениями. Знаем мы его, да. И на самом-то деле, как будто бы ожидания такие вполне логично, ну, есть, да? Ну, что побегут люди, потому что а потом когда еще купить квартиру? Да, но тем не менее, получается, что вот эта история про отмену ипотеки, про то, что она не будет продляться на этих условиях, ее как бы первое-то включила еще, по-моему, Эльвира Набиуллина еще в летний период. Ну да, то есть, поделились на два лагеря. Потом там еще группы чиновников заявляли об этом, что да, действительно, похоже, что время приходит. И получается, что как будто бы старт такой был дан, но такой неявный. То есть, ну, покупатели сохраняли какую-то надежду, но, с другой стороны, до Нового года ведь она, ну, дается, ну и дается. И вот сейчас как будто бы, ну, очевидно, что флажок этот, так вот, этот флажок в клеточку, да, стартовый, он уже опущен, и, как казалось бы, надо бежать игрокам. Подобно тому, как в марте побежали очень резко. Ну, и мы помним вообще несколько таких случаев, когда люди бежали. На самом деле не бегут. В Екатеринбурге бега нету. То есть это бег такой... Ну, московский. Грубо говоря, на 16% я еще могу понять, что это можно зафиксировать. А ну, на 5-7, может быть, этот бег и существует. То есть погрешность. Но мы его не можем оценить так, что, вау, у нас... Мы же тоже продаем первичку, как я имею в виду, как риэлторская компания, и с застройщиками работаем. Нет, нету, к сожалению. Задаю себе вопросы, почему? Потому что, скорее всего, включился такой компенсаторный механизм, то есть взаимонаправленные такие вектора. Ну, то есть, с одной стороны, тут, безусловно, есть какое-то движение, но есть и противоположная часть того, что как бы убивает, ну, продажи, можно так сказать, немножечко убивает спрос. Это, ну, худшие условия кредитования. То есть дело ведь не только в том, на каких условиях тебе дается, ну, вот эта льготная ипотека, ну, допустим, под 6, под 7 годовых или еще на каких-то условиях более интересных. А дело ведь в том, что банки стали чаще отказывать. Банки стали чаще отказывать заемщикам, это банки стали давать меньшие суммы. И, соответственно, на рынок идет все-таки меньше денег и меньше участников. Еще и поэтому и есть, вносит свою лепту сюда, но еще один фактор. Горизонт планирования у многих людей очень сократился. До месяца в лучшем случае. Да, и получается, для определенной группы людей пирамида Маслоу, мы всегда же говорили, что недвижимость, ну, как бы это важная. Она где-то в основании находится. Да, где-то в основании, но, блин, оказывается, есть еще потребность безопасности. Вот, и она для большой группы людей, она на первый план вышла. И, соответственно, мы это и месяц назад фиксировали, возможно, я делился этой информацией, что у нас реально есть клиенты, которые говорят, что нет, пока мы отложим, и, соответственно, допустим, тут выросло процентов на 10 желающих, а с другой стороны убыло, ну, запросто процентов на 10 тоже. То есть такая ситуация, когда даже вроде бы и нужно поменять квартиру, допустим, улучшить свои жилищные условия, но это откладывается. У некоторых людей, да, потому что вот эта тема, что мы лучше переждем, она есть. Мы можем немного потом вернуться к теме обмена, потому что она очень важная. К обмену обязательно, да. А так можно вкратце поговорить, да, вообще вот о характеристиках рынка, потому что, на мой взгляд, это важно. То есть не только первичного, но и вторичного, но, как я всегда говорю, первичка со вторичкой, они вместе идут, это как два коня, впряженные в одну телегу. В последнее время особенно. Да, бывает, что они ведут себя как прямо такие рысаки, и на марше так прекрасно рысью, такой бодрым галопом идут. Хорошая аналогия для рынка, да. Бывает, что таким, как классик говорил, фривольным полугалопом. Но сейчас что-то как-то все это тащится еле-еле. И вот если посмотреть на данные Росреестра, сейчас я вспомню, значит, у нас в сентябре было зафиксировано на рынке первички 1800 сделок. Это не блестящие показатели, но это был тренд такой восходящий в сентябре, а по октябрю поделились данными, там меньше, там 1300. То есть рынок сразу отбрасывается назад, это вот октябрь. Сказать, что ноябрь будет лучше, вот за счет того, что все такие ждут. Такие же ожидания. Такие же, ничуть не лучше, ничуть не лучше. А по количеству, ну даже вот авансов, я имею в виду, когда покупатели подтверждают, что они хотят купить эту квартиру, они ее выбрали. У нас октябрь был непростой месяц, но в принципе нормально мы вырулили. Ноябрь хуже процентов, наверное, на 20. Вот. И что очень важно, наверное, для наших слушателей, для тех, кто ну, и продает, и пытается продать квартиру, и продает, и для тех, кто покупает квартиры. Важная информация какая? Сейчас слушайте, друзья. Значит, если мы будем смотреть, ну, даже аналитику на таких ресурсах, как ЦИАН, как сайт УПН, там есть раздел аналитика. Ну, я захожу регулярно. Да, как ведут себя цены. Эта кривая, она интересная, она отражает определенные тенденции, но ее, знаете, как вот иногда есть вот гражданский кодекс или уголовный кодекс. Статья гражданского кодекса короткая, а пояснения к ней, да, комментарии, они могут там 2 страницы занимать. Также и здесь надо иногда комментировать такие вещи. Ну вот, например, мы посмотрим, если на эту диаграмму, там она интерактивная, мы можем периоды вводить туда. И посмотрим, а какие были цены, например, 1 января, ну вот этого года. Так. А они были там, если память меня не изменит, примерно 94 тысячи за квадрат на вторичке. На вторичке 94 тысячи за квадрат. Вот это хотели 94, да? Да, это правда, да. Мы всегда делаем акцент на этом, да, спасибо, Алексей. Но хотели, ну в общем было 94, хотели 94. Сейчас хотят, если мы посмотрим, сколько хотят, ближе к 102. То есть мы смотрим на кривую, да, как обыватели, и видим, что у нас вообще такой стабильный рынок, то есть он растет, получается, там, ну, процентов на 6 за год. Так. А что, неплохо, в принципе, как более-менее инфляцию отбивает. То есть цифры такие позитивные, скажем. Позитивные, да. И если мы поговорим с такими вот практиками, как я, то что я вам расскажу? Я уже взял за основу, и, по-моему, в прошлом эфире приводил вот эту систему координат, надо к какому-то общему знаменателю приводить. Вот двухкомнатная хрущевка на автовокзале. У нас в компании это такая единица измерения, знаете, как... желаемый объект. Мартышки там, удавы, да, вот надо в чем-то же измерять и договориться. Вот, значит, двухкомнатная хрущевка на автовокзале. Как она себя вела? В начале этого года, в январе, в спокойные времена, она стоила примерно 4250, примерно 4200, может быть. Потом начался вот этот мартовский всплеск. Она была 4500 стала стоить, то есть всплеск привел к результатам. Вот. Потом мы ее продавали, такую же хрущевку, средненькую абсолютно, в июне, наверное, где-то за 4100. То есть, представляете, какой драматизм. То есть люди-то там, они строят планы. Это называется когнитивный диссонанс. Да. Ты вот купил за 4500, да, а тут через пару месяцев она стоит 4100. Да. А ценовая кривая, вот та, с которой мы начали, она ведет себя так позитивненько. А тут такие события на рынке происходят. Потом август. В августе, когда уже ключевая ставка была невысока и реально банковские ставки стали снижаться, к августу рынок разогрелся, и такая квартира стоила 4300. 4300 она стоила в сентябре. В сентябре, в первой половине, спокойной половине сентября, мы считали у нас в компании, что 4200 она должна стоить, а не 4300, потому что спрос как-то устал немножко. Люди немного выдохлись, им не до этого. Вот. И тут раз, это как бы ну, новая реальность. Эта новая реальность привела к тому, что в прошлой, кстати, программе я говорил, что да, рынок потерял ценовые ориентиры, никакие не 4200. 4 должна стоить эта двухкомнатная хрущевка. Назад. Да, это месяц назад была. Она должна стоить 4. Вот. Прошло несколько недель, как бы 2-3 недели, и мы уже видим, у нас в Диале, и у нас собрание, мы обмениваемся мнениями, по каким квартирам есть звонки, по каким тишина, а мы же их рекламируем очень хорошо. Реальность сейчас другая. Так. 3 850. 3800. То есть с 4,5 в марте. Да, если брать такие пиковые значения, то с 4,5 в марте 3,850, вне всякого сомнения, с большим трудом квартиры продаются, но они продаются. Но то есть 3,850 это с трудом. То есть если вы хотите достаточно быстро продать, то надо еще отнимать какую-то сумму, ну, допустим, там 1150, да? Да, ну я бы не советовал уже так радикально. Сейчас просто, когда у нас переходный период и снова рынок ищет свои ориентиры, то надо, ну, не делать резких движений. Рецепт очень простой. Вам надо работать с агентством, у которого много рекламы, которая рекламирует вашу квартиру надлежащим образом, так, чтобы все узнали, что этот объект продается. Да, мы говорили, что очень много площадок, и надо понимать, как с ними работать. Да, и постепенно надо снижать цену. Вот. Сейчас у рынка все равно остается... Ну, для продавцов хорошая новость какая? Это то, что на рынке вторички, очень мало предложений. Их мало, реально мало. Серьезно? Да. И тоже какой-то диссонанс. В общем, так вот странно, да? Мало предложений, и цена падает. Да, да, странно. Да. Мало... А что будет, друзья, если будет много предложений? Ни один экономический учебник по экономике, наверное, этого не описывал. Да, и как бы получается, что это происходит в параллели с рынком первичной недвижимости, где у застройщиков 37,5 тысяч квартир. Это абсолютный рекорд. Еще летом мы говорили... Это еще... свободных в продаже, в смысле, да? Всего, да. По каким-то они закрыли продажи, и есть такие, ну, как бы ситуации, когда застройщики говорят: слушайте, у нас продукт такой серьезный, что мы решили закрыть продажи. Подождать. Да, мы потом, мы никуда не спешим, у нас уникальный продукт. Ну, как бы понятно. Понятно. Ну, немного дальше вникаем, разбираемся. Есть объекты, где продажи закрыты, но за несколько месяцев до этого всего 12 квартир в комплексе было продано. Ну, чего бы их не закрыть. Александр, давайте на 2 минутки прервемся полезной информации про первичный рынок и про ожидаемое будущее. Поговорим чуть позже, хорошо? Телефон рекламной службы радио «Город.ФМ» 354-57-02. Продолжается программа «Ваша недвижимость». Сегодня у нас в гостях Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Продолжаем, собственно, разговор про то, что рынок нам преподнес в последнее время. Раз в месяц мы такой срез делаем профессиональный. Интересно достаточно, если на примере, как вот мы рассмотрели с вами, да, если на примере двухкомнатной квартиры, обычной, стандартной, на автовокзале, смотреть на динамику цен, ну, это мы про вторичный рынок говорили, да, то с марта, когда эта квартира стоила 4,5 миллиона, сейчас стоит ожидать продаж где-то в районе 3 850 000. Да. Если в процентном соотношении, это достаточно серьезно, это на 20% практически. Да, но это если мы все-таки берем пиковые значения, да, когда мы берем мартовские значения. На которые есть смысл смотреть. Но если мы, опять же, посмотрим с начала года, то в начале года было там 4200, ну, 10% минус, да. Можно посмотреть на августовские показатели, ну, 12–13% минус. Ну и все-таки, вот чтобы закончить уже разговор с этим вторичным рынком, перейти к первичному, все-таки вот человек хочет продать квартиру, он понимает, что она не продается. Мы же об этом не раз говорили, что если в течение недели, допустим, вы выставили там за свои 4,5 миллиона, в течение недели нет звонков вообще, нет просмотров никаких. Какой смысл держать такую цену? Ее надо, по идее, скидывать, но почему-то не скидываем. Вот где здесь вот этот тонкий психологический момент? Не к спеху или почему? Есть целый ряд моментов, ситуаций. Бывает, что человек работает с риэлтором, который не совсем понимает, что реально происходит на рынке, просто мало опыта. Но он увлечен другими вещами, собиранием бабочек, например, трудно, условно говоря. На самом деле, когда мало опыта, ну и не у всех есть склонность анализировать, маловато информации, соответственно, люди просто, ну, действительно, тоже читают кривые, там, с ЦИАНа, с УПН, с Авито, и говорят: ну, давайте еще потерпим, да, как я говорю, терпение и надежда — это добродетели. То есть вот смотрите, какие есть цифры, да, и несмотря на то, что вам не звонят, цифры подтверждают правильность вашей оценки. Да. То есть как будто бы мы терпим и ждем, когда найдется этот самый покупатель. И есть такая магическая, ну, фраза, да, что квартира ждет своего покупателя. Вот она ждет. Это же не только про квартиры. Это, да, как это вообще прилетит этот волшебник в голубом вертолете, а ведь он как... Ну, такое случается, но это лотерея. А как мы понимаем, в лотерее выигрывает очень маленький процент людей. Ну да, и как бы как у классика где-то написано, да, что этот волшебник, он ведь всего лишь в кино показывает, что больше ничего не делает, бесплатно. Вот. И получается, что да, к сожалению, бывает, что мы просто кино-то смотрим, а квартира-то не продается. Вот. Тут важно понимать, как устроен рынок, и действительно у очень многих людей есть потребность в обменах. И я считаю, я ведь всегда считаю, что рынок ну почему это воспринимать как негатив, да, в какой-то мере? Что-то позитивное ведь в этом, в том, что сейчас происходит, есть. Ну, давайте найдем. Давайте найдем. Вот смотрите, у нас количество сделок, грубо говоря, уменьшилось на треть вот в последний месяц-два по сравнению с обычными периодами. Вот. Но это значит, это же на самом деле что означает? Что всего лишь 2 месяца назад у нас в городе совершалось порядка 4-4,5 тысяч сделок. Суммарно на первичке плюс на вторичке. Ну, 4 тысячи сделок где-то. Сейчас их совершается не 4 тысячи сделок, а где-то 2800-2900. То есть количество, да, это существенно, но если мы продавцы на вторичке, у нас нет вот этой себестоимости, которая держит строителей. Нам важно понимать, для чего мы продаем. Мы понимаем, что чаще всего мы продаем для того, чтобы купить что-то взамен. Так вот, если у вас адекватный риэлтор, который в тренде находится, он вам помогает находить квартиры в такой же ценовой категории, как ваша. То есть этих квартир в продаже, очевидно, не видно. То есть они стоят, но надо же вести переговоры с продавцами, надо их выискивать, вытаскивать. Убеждать, да, проводить беседы и с продавцами, в том числе, когда мы представляем интересы покупателей. И, в принципе, если так рассуждать, так какая разница? У нас такая квартира, как у вас, она и стоила 3852 года назад. Там. Ну, то есть, если мы подходим не с точки зрения инвестиций, а с точки зрения улучшения своих условий, да, то, в принципе, какая разница, сколько стоят квартиры, потому что они все подешевели, да? И те, которые большей площади, подешевели даже больше. Совершенно верно. Большие квартиры. Видите, нашли позитив. Да, это правда, это реально. То есть вы продаете однокомнатную, она у вас будет, возможно, иметь скидку 10% по отношению там, к каким-нибудь августовским ценам, да, а то, что вы купите трешку, например, там может быть дисконт 16-17%. Ну, то есть это надо иметь в голове, да, да, и общаться с профессионалами. Это реальность, да. Тут надо просто приходить на консультацию с риэлторами, общаться. Вот, ну, почему бы к нам не прийти? Вот, кстати, часто спрашивают, консультации вообще платные? Нет, придется потом быть должным. Нет, консультации бесплатные. Консультации — это и для того, чтобы вы поняли ситуацию. Потому что нам интересно вам бесплатно рассказать, как устроен рынок, чтобы вы поняли. То есть вы заинтересованы. Конечно, потому что если есть непонимание, то потом трудно с вами работать. Мы сделали половину работы, а вы говорите: знаете, я что-то тут в процессе, оказывается, понял, что оно не совсем так. Но нам лучше сразу заранее вам рассказать. Поэтому вы ситуацию, да, про рынок будете знать вот в таком ключе. Вот, поэтому, да, тема на самом деле какая сейчас важная. Если вам надо продавать, продавайте, потому что мы можем просто провести мысленный эксперимент и задать себе вопросы, что будет в январе и феврале. То есть так, сейчас у нас осень. Прогнозы начались. Просто так себе, да. Ну, в какой-то мере, да, можно немножко просто порассуждать. Давайте. Сейчас просто так себе, но это осень. Осенью все равно активность выше. В январе активность в любом... Ну, это же по всем направлениям. Конечно. Активность выше, особенно ближе к Новому году, и многие бюджеты, да, остатки бюджетов делятся как, да, раз-таки ближе к Новому году. Да. Значит, что нам может принести следующий год? Ну, январь, февраль, март — это точно будет очень тихие месяцы. А как дальше будет? Ну, посмотрим. Значит, у вас сейчас есть хорошее подспорье, что действительно мало объектов, соответственно, мало конкурирующих объектов пока на вторичке. Почему их мало? Потому что часть продавцов решили, что они пока тоже не знают, для чего им продавать квартиры. Но если вы точно знаете, для чего, то есть, еще раз, вы должны продавать, если у вас неудобные долги, их точно надо гасить, потому что тренд такой, что вряд ли недвижимость будет дорожать. Теперь. Вот, соответственно, продавать ее будет сложнее. И все будет продаваться, особенно с такими классными операторами, как мы. Просто мы будем вам пояснять, что, к сожалению, не 3850, а ну, новая граница, да, снова чуть-чуть рынок обсыпался, и надо делать там 3600, ну, как вариант, да. Вот, я напоминаю всегда о том, что вот диаграммы, например, на УПН, они очень показательны. Это ведь реально отражает тренд. Просто это уже аппетиты продавцов, они ведь тоже меняются, но со временем они тоже начинают снижаться. Если мы посмотрим, как вел себя рынок в 2015 году и в 2009, когда были те кризисы, на рынке они с задержкой были, то есть не в 2008 кризис, в 2009 на рынке. Ну, как всегда, полгода минимум задержка. Да, да, да. Вот, вы просто введите данные, как вели себя цены, и вы увидите, что цены снижались полтора года. То есть кризис произошел, а они 1,5 года потом снижаются. То есть сейчас мы немножко про первичку поговорим. Да. Вот этот факт интересный, о котором вы рассказали чуть раньше, что на рынке теперь около 37 тысяч свободных квартир, да, в продаже, да, на первичке. Да. Это же рекорд, наверное. Да, да, это рекорд. Еще летом мы говорили про 29 тысяч. И похоже, что это так устроено, как часто очень говорят, что стройка — это как велосипед. Пока ты крутишь педали, ты держишь равновесие. Твой бизнес существует. Когда ты останавливаешься... Да, то есть пока идут продажи, идет оборот вообще средств. Да. Но опять, застройщики же говорят о том, что у них себестоимость достаточно высокая, здесь их сложно винить. Да. Одна земля чего стоит, материалы подорожали, тем более некоторые материалы теперь недоступны. То есть по факту вроде бы как со стороны застройщика и отступать-то некуда. Как бы да. То есть, на мой взгляд, у них вызовов предостаточно. Сейчас рынок в какой-то мере движется акциями. То есть застройщики все-таки делают акции. Ну, акции эти локальные и точечные. А застройщики разделились на три, наверное, можно сказать, группы. Одна группа говорит, что мы снимаем с продаж пока все, мы никуда не торопимся, как я говорил, да, и мы потом спокойно, когда дом будет ближе к сдаче, выставим в продажу. Но, скорее всего, это крупные застройщики, у которых есть какая-то подушка финансовой безопасности, да ведь? Да, конечно. Вот, такая стратегия, она может быть оправдана, но, скорее всего, сейчас, зачем делать резкие движения, да, если есть тебе на что двигаться. Ну, а ведь сейчас все изменилось, мы еще ни разу не видели поведение застройщиков в условиях кризисных, но при эскроу. Раньше же было поведение застройщиков в условиях кризисных, но они сами решали, что, блин, нам нужны деньги. Мне кажется, вообще застройщики вот в кошмарных снах это скоро видят. Да, то есть потому что деньги-то поступают туда, куда-то на счет банка. Да, и ты еще оплачиваешь содержание. И зачем им сейчас делать, в этом смысле, да, резкие скидки, если ты не можешь как-то вот воспользоваться ими. То есть что-то там у них в кулуарах происходит с банками, конечно, но... это первая категория, которые продажи закрыли и могут себе позволить, и решают, что, наверное, на безрыбье, чего уж тут бегать за рыбой, мы потом подождем, вдруг она придет, вдруг государство, действительно, кто-то примет таблетку и, наконец-то, снова продолжится там льготная ипотека или еще что-то. Но она все равно продолжится, по каким-то там иным, наверное, правилам. Да, но дальше вторая категория и третья, это те, кто делают акции в том числе, да, но они, почему вторая и третья? Потому что одни делают вид, что они делают акции, знаете, как фокусник, да. Это вперед распродаж, да? То есть, подняли цены, а потом... Подняли, а потом немножко опустили. Да. А другие делают реальные акции. Но на самом деле, вот я с коллегами сегодня поговорил перед эфиром, да нету у нас каких-то ситуаций внятных, где вот 10% скинули или 15%, вот успейте купить. То есть вот очевидные скидки вы не увидели? Так, 5%, если у тебя родственник вот живет в этом районе, принеси справку, мы тебе снизим на 5%. Вот из того, что реально работает, без всяких вот подъемов реальных цен перед этим. Ну хорошо, и все-таки важный вопрос. Да. Цена на первички будет падать или нет? Если мы видим, что вторичка с первичкой связана достаточно серьезно, а на вторичном рынке падает цена, прилично упала, да, 10 и даже больше процентов, а на первичном-то рынке что происходит? Потому что вот я просто с точки зрения обывателя, да, я хочу сменить свои жилищные условия, да, действительно работает схема, когда и моя квартира подешевела, и на вторичке тоже подешевела, но если я хочу сменить свои жилищные условия на новье, то здесь-то как мне будет? Ждать все-таки падения цены, вот на ваш взгляд, или нет? На мой взгляд, очень трудно ждать. Мы посмотрим. Мы, конечно, все хотим, включая меня, чтобы цены снижались, потому что, что здорово же, потому что у нас не такие уж большие доходы у населения, чтобы, вот эти квадратные метры потреблять. Интересно то, что пока вот я уточнил, на сегодняшний день средняя стоимость квадрата на первичке 124 тысячи рублей. Ну, мы как-то и месяц назад говорили про 125 тысяч. Это опять желаемое, да? Ну, у застройщиков, в отличие от вторички, она желаемая, она очень близка к реальной. Вот, и там только действительно точечные локальные акции могут там на 5% ее убрать, и все. А вот на вторичке там все-таки и бабушки, и дедушки, и дяденьки, и тетеньки, и фантазеры разные, они выставляют разное, и далеко не по всем звонят, это нормально. А у застройщиков им не интересно, если не звонят, им надо все-таки в деньги выходить, в кэш-то в этот. Вот, мне трудно все-таки предполагать, что будет какое-то глобальное снижение застройщиков. Ну, и я бы не желал им, честно говоря, такого, потому что это будет, наверное... Ничего хорошего в этом не будет. Но как будут выпутываться, мы будем наблюдать. Но мне кажется, что без акций трудно, но без ипотечной поддержки тоже трудно. Мы можем лишь фантазировать, конечно, что будет после 1 января. Ну да, государство пока дает сигналы, что в каком-то виде это продлится. Но это оправдано ведь с одной стороны, потому что так или иначе действительно поднятие цен на жилье обусловлено в том числе, наверное, в большей степени как раз-таки вот этой самой льготной ипотекой. То есть она же разогревает рынок, я согласен, да. И разогрев этот начался там пару лет назад. Вот в условиях даже пандемии, да. Где-то надо тормозить. Как сейчас молодая семья без, опять-таки, какого-то багажа, да, там, старой квартиры может вообще купить новую. Это практически нереально. Да, но смотрите, и с другой стороны получается, что если на первичке будет такая просадка, ну, с ипотечными условиями. Понятно, что мы помним, что есть семейная ипотека, которую никто не отменяет. Ну, да. Вот, это для определенной группы людей. И, честно говоря, ну, так по моим ощущениям, это процентов 20 от покупателей. Ну, то есть достаточно много, да. Но мы ведь не знаем, может быть, будут, ну, в силу нашего времени теперь каким-то категориям военных давать интересные условия. Ну, скорее всего, так и будет, да, точно какие-то локальные вещи, но так или иначе можно что-то придумать в рамках семьи, допустим, да. В общем, мы надеемся, что что-то это озвучится, потому что остался-то уже 1 месяц. Но что еще тут можно сказать? Да, я подчеркну и всегда обращаю внимание на то, что на вторичке этими же самыми застройщиками построен 41% от всего, что предлагается на вторичке. 41% это то, что построено самими застройщиками в недавние годы. Ну, то есть такая новая вторичка. Новая вторичка. Да. Такая более новая вторичка — это 30%, а 11% — это более старая вторичка. Когда я говорю про более новую, это в последние десятилетия построено, ну, включая и последние 2-3 года. И там есть какие-то классные вещи, когда можно купить квартиру с хорошим ремонтом, мебелью и так далее. Да, и там действительно те, кто покупал 5-6 лет назад, над ними не давлеет вот этот термин себестоимость. То есть они покупали по другим ценам. Кстати, да. Цены были дешевле, им надо решать какие-то свои задачи. И получается, что сейчас все-таки интересно решать свои жилищные условия, на мой взгляд, внутри вторичного рынка. Это более реалистичный сценарий. А если ставки сравняются или примерно сравняются, то зачем же вам играть в риски с застройщиками, сдадут они вовремя или нет? Вот, по-моему, я как-то рассказывал, что у меня товарищ купил бинокль и смотрит, как идет стройка. Мы об этом поговорим еще, пока перевариваем информацию. Напомню, наш телефон 99 15 15 176. Можете задавать Александру вопросы. Кстати, пара вопросов уже есть. Наверное, с них и начнем сразу после новостей. Телефон рекламной службы радио Город.ФМ 354 57 02. Ваша недвижимость в эфире радиостанции Город.ФМ. Сегодня у нас в гостях Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Некоторые вопросы, которые вы, кстати, тоже можете задать на наш студийный WhatsApp 99 15 15 107 и 6. Итак, первый вопрос. Как понять, что квартира переоценена? Квартира переоценена. Ну, на самом деле мы вот в компании в нашей, в «Диале», определяем это экспериментальным путем всегда, много лет уже. Методика очень простая. Квартира выставляется на рынок. Выставляется квартира на рынок, и мы просто смотрим, как покупательский спрос реагирует на эту квартиру. Ну и чаще всего ты это понимаешь, когда ты изнутри находишься в продаже этой квартиры. Не глазами покупателя, а глазами продавца, да, изнутри, представляя интересы продавца. Звонков нет, соответственно, покупательский спрос не реагирует. А есть точно 25 примерно семей, которые могут заинтересоваться, ну, средненькой такой обычной 2-3-комнатной квартирой. Поэтому просто потихоньку сверху вниз мы идем и находим ценовой уровень, по которому начинается интерес. Нам, по сути, покупательский спрос сам подсказывает, какая цена. Но это вы обладаете просто всем спектром информации. Да, да. Человек, я так понимаю, задает вопрос, исходя из того, что, ну, вот ему просто самому интересно. Вот он, допустим, сидит на УПН там, или на ЦИАН, да, или на N1, да, и смотрит цены. Да. И вот ему понравилась квартира, и вот он не знает, как лучше понять. Вот если, я понял, да, Алексей, если вот под этим углом смотреть, если вы смотрите на квартиру глазами не представителя продавца или продавца, а глазами покупателя, то есть вы смотрите глазами покупателя и думаете, квартира нравится, а вдруг я переплачу. Да, ведь очень часто та квартира, которая нравится, аналогов, допустим, в этом районе, да, ну, их нету просто. Да, и поэтому в этом случае вы можете только, на мой взгляд, один способ использовать. Ну, не сочтите за рекламу, но если вы нанимаете риэлтора, риэлторскую компанию, которая специализируется на услугах на подборе, вам просто скажут, что вот это дорого, вот это дешево, и покажут альтернативные объекты. Либо вам придется... объяснят, почему. И объяснят, почему. Почему объяснится это почему? Потому что, ну вот, допустим, у нас в компании все равно, даже при падении спроса, у нас все равно сделки совершаются ежедневно. И раз сделки совершаются ежедневно, мы анализируем все эти объекты. И поэтому мы говорим, мы такую подобную квартиру покупали для наших клиентов или продавали 2 недели назад. Она была на 400 тысяч дешевле. Эмпирические данные. Да, то есть тут вот, наверное, значение специалиста, ну, реального специалиста, который в теме, трудно переоценить, но все-таки надо выбирать, ну, именно таких Небольшая реклама в нашем эфире. Еще один вопрос, я его не до конца понял, но давайте попробуем разобраться. Насколько реально в радиусе 20 километров от города продать дом площадью 110 квадратов за 8 миллионов рублей? Комплектация «завозить мебель» и «живи». Ну, то есть, видимо, комплектация дома «завези мебель и живи». Вот насколько реально вы тоже занимаетесь загородкой? Да, конечно, загородкой мы занимаемся. Вообще дома 110 метров — это прекрасный формат, который, ну, интересен современному покупателю. Оптимальный, скажем так. Да, люди перестали искать там что-то 300-метровое. Вот. 20 километров от города — это хорошая дистанция, она вполне такая запрашиваемая, это недалеко. 8,5 тоже цена рабочая, 8,5 миллионов, но вы просто не описываете, из чего он построен, если там газ, ну, кстати, какая, да, вот инфраструктура. Если задаете вопросы, можно детализировать. Да, то есть если это дом в коттеджном поселке, либо это дом, ну, просто в поселке, но на нормальной коттеджной улице, ну, где все более-менее... Красивые, некрасивые даже. Да. В целом, почему бы нет, все это реализуется. Ну, вот прямо точно сказать, что 8,5, надо больше данных. Ну, то есть 8 миллионов — это 80 за квадрат, то есть в целом загородка дешевле, чем квартиры в городе. Ну да? Да, конечно, если метр считать, да, там дешевле, но там разные варианты, мы не знаем, сколько у вас, что у вас с землей, какой участок, земля тоже стоит денег, но газ он очень рулит, если там газа нету, то сложнее. Ну и действительно, там счета другие совершенно. Да, но, как правило, в 20 километрах от города почти везде, ну, как бы в таких местах, где строят дома. Ну, то есть, какой вопрос, такой ответ. Ну, да, образный, ну, пока, да. Да, ну, в целом, да. Раз уж затронули работу все-таки агентства недвижимости, вот достаточно интересный вопрос, который касается ипотеки. Стоит ли обращаться вообще в агентство недвижимости по поводу ипотеки? Есть ли такая вот опция? Или лучше сразу в банке, например? Но первое же, что приходит в голову... потребителю, покупателю: пойду-ка я в банк, потому что зачем мне лишний посредник? Ну, и это разумно, но все-таки на практике могу сказать, что если вы придете в достойное агентство, то что произойдет? Просто мы знаем... У нас есть банки-партнеры, которые дают преференции. Ну, как бы реально, в том числе федеральные банки. То есть я предвосхищу, это примерно та же ситуация, что и с застройщиками, с которыми вы работаете. Когда мы к вам приходим, вы можете рассказать про плюсы и минусы. Застройщики же сами не рассказывают об этом практически. Да, но тут еще немножко другая история. Вы в банк придете сами, у вас, например, ипотечная ставка будет там 11,2, а к нам придете, будет 10,9. А за счет чего достигается? За счет того, что банк говорит: вы наш партнер, нам с вами интереснее работать. Почему банку интереснее работать с профессиональным агентством? Потому что они экономят на персонале, потому что мы уже отсекаем, конечно, у них же очень много усилий у персонала идет на отсев тех, кому не надо давать кредиты, потому что они в любом случае не проходят. И они на это тратят время, общаются много часов с разными людьми. И они экономят... Безопасность там тоже этим занимается. Да. И, в общем, получается, что у них посчитано, что человек, пришедший из агентства, у них просто 80% случаев одобряются кредиты, и это уже, ну, более... Потому что риэлтор не будет работать... помимо того, что и сам процент может быть ниже, то бишь цена ниже финальная, да, еще и возможность одобрения выше. Да, и получается, что... Да, во-первых, вы придете к нам, банк просто нашим, как нашим клиентам, они сделают преференцию, чтобы вам было приятно, потому что вы пришли от нас с нашим, так сказать, направлением. Это первое. Второе. Банки сами нас учат, как правильно готовить документы, чтобы вам не отказали в кредите. Они вам это не расскажут. А нам они рассказывают, потому что назначены специальные менеджеры, у которых есть мотивация взаимодействовать именно с нашим агентством. Ну и опять-таки общение идет там долгие годы уже, да? Да, и есть, конечно, вот этот человеческий фактор в хорошем смысле, когда можно позвонить и спросить, как правильно сделать, и на этом уровне банк нам скажет: давайте-ка оформлять в данном случае не на мужа, а на жену. И убирайте вообще мужа из этого списка, потому что он там брал автокредит, еще что-то делал. Убирайте, все будет нормально. Ну, вообще интересно, я первый раз слышу о том, что можно действительно за ипотекой прийти в агентство недвижимости. Да, получается, что у нас гораздо шире линейка в голове просто, что вот мы вас туда отправим, потому что у вас своя специфическая особенность. Я как-то, может быть... уже собаку съели на случаях таких нетривиальных. Да, у нас были случаи, я как-то рассказывал, но вот напомню, просто людям постоянно отказывают в ипотеке. Они к нам приходят отчаявшиеся и говорят: слушайте, мы не знаем, что делать, нам отказывают в ипотеке. Мы нормальные люди. У нас хорошая машина. У нас хорошая машина, у нас квартира, у нас история, у нас все классно. Взяли, поговорили с партнерами, с банком. Банк нам по дружбе сказал, что, слушайте, так у них вообще занятная ситуация. Они всплывают как неблагонадежные заемщики. Почему? Потому что они через робот подавали заявку на потребкредит, а потом на автокредит. А получается, что робот разослал в 100 банков. А это все осталось там в какой-то истории в электронной. Кстати, да, у многих остается, да, какие-то маленькие долги, да, которые, может быть, не по их вине были созданы. И такое было, да, там чуть ли не 15 рублей, да, и висит, и какая-то пеня начисляется, и в базе портит историю. Да, и просто нам банк в итоге дальше говорит, как правильно делать, что делать. Ну, по-моему, в этом случае как раз и была история, что уберите мужа, потому что он брал этот автокредит несчастный, и он везде в базах фигурирует. Дольше будем убирать это все, мучиться, чем... Да, я так понимаю, это еще и на скорость вообще принятия решения, да, влияет. Это как бы тоже важнейшая тема. И получается еще тема. Люди бегут как бы за морковкой, за этой ипотекой. А на самом деле вы ипотеку-то, кредит для чего берете? Чтобы недвижимость купить. Так вот, тут-то получается важно, чтобы мы вам купили недвижимость. Что значит купили? Надо выбрать квартиру, представляя ваши интересы, чтобы мы как раз подешевле выбрали квартиру, и мы действительно людям находим квартиры ниже, чем они видят их на рынке. То есть сейчас это классика, надо просто уметь находить квартиры несколько дешевле. То есть то, что стоит... вот я привел пример, да, вот эту вот хрущевку, ну просто нашу любимую как в системе координат, да, чтобы привязаться к чему-то. Вот она стоит-то ведь на рынке за 4300. Это я вам говорю, что мы продаем такие квартиры за 3850. Ну это хороший лайфхак вообще, да, даже если вы смотрите сейчас на цены на вторичке, к примеру, да, да, вы так или иначе должны немножко их секвестировать. Да, цены но, между прочим, надо понимать, что и вы можете решить, что любая квартира должна подвергаться вот такому вот секвестру, да. Правильно. Но вы ведь не знаете, а вдруг вот эта квартира, она стоит уже по самому минимуму, ее завтра заберут. У нас позавчера была... серьезная борьба. Ну, позавчера мы продали квартиру, но несколько дней назад была серьезная борьба за квартиру стоимостью 16 600 000. Ну, просто... Я в голове так пересчитал. Представляете, то есть это однокомнатная квартира, хорошая квартира. Однюшка за 16 миллионов. Да, ну, в соответственно центре, я не буду пиарить как бы место. Вот. Но есть люди, которые и... Вот, получается, она была интересная. Но там такой классный ремонт и все прочее. Она была интересная. Ну, уникальная, да, квартира? Да, для тех, кто ценит и разбирается. Ну, однюшка-двушка такая, да, евро такая двушка. Вот, и получается, что мы не знаем... Ну, вы не знаете, дешево это или дорого, а мы знаем. А это же ведь как вот торги такие, да, да, электронные, в том числе, когда ты вот сидишь и думаешь, а сейчас купить, да, или подождать, а она хоп и уходит. Ну да, потому что иногда бывает, что люди, вот клиенты наши прямо зацикливаются, что им надо все дешево и прямо очень дешево, и еще, и они начинают давить всех продавцов, ну как бы мало того, что мы с ними работаем по снижению, так они других давят, и идут иногда неверным путем. Почему? Потому что очень часто успех заключается в том, что мы помогли найти квартиру классную, с хорошим ремонтом, она наоборот несколько дороже. Но когда вы посчитаете, сколько вы потратите на ремонт, чтобы дешевую убитую купить квартирку, то это гораздо выгоднее, и надо бороться, и даже иногда чуть добавить там 1050, чтобы только она нам осталась. Такое да и вообще есть. Иногда до покупателя, некоторых продавцов, которые вот, кстати, давят, да, лучше не допускать, а вот отправить к ним профессионала. Это правда. Потому что у некоторых вызывает отторжение именно вот такое вот давление постоянно. Нет, давайте еще. Все-таки же цивилизованный рынок. И покупатели разваливают сделки, и продавцы, вот нервный продавец, но разваливать сделки, сколько я это видел. Нет, культурно торговать тоже ведь надо уметь. Да, вот это вот, ничего не знаю. И вообще моя квартира самая лучшая. Безусловно, конечно, и в данном случае агентство недвижимости выполняет роль вот этой вот профессиональной прослойки. Да, и вы знаете, сколько вот работаем, не устаю удивляться, что люди такие есть, они есть каждую неделю. Мы куда делись? Нет, людям разрешили пойти поторговать, да, вы посмотрите, даже какие-то простые товары там на вот этих вот площадках продают. Иногда так невежественно, ну, казалось бы, да. Вот просто человек говорит, вот эта вот классика, я в ипотеку квартиру никому не продам, вот мне нужны деньги и все, да, и лишает себя... Подожди, но ипотека это же тоже деньги. Ну да, но я не буду связываться с этим, вот не буду, вот вы мне не говорите, и все, надо же уметь объясниться с этим человеком. 70% покупателей ипотечники, ну как? Ну да, ну, мне кажется, это спорт, да? Да? Ну я продаю и продаю, второй год продаю, мне интересно, ну, я от этого получаю какие-то эманации. Ну, можно, да, серотонинчик пошел, да? Хорошо. Александр Дмитриев был у нас в гостях, я думаю, что к Новому году еще увидим вас, наверное, в нашем эфире. Конечно. Подведем некоторые итоги, опять-таки. Ну и прогнозы дадим короткие. Да. Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал», был у нас в эфире. Спасибо огромное за то, что зашли. А мы движемся дальше. В 5 часов вечера, как обычно, поговорим про автомобили. В 6 часов вечера подведем итоги этого дня.